На верхней площадке спортивной набережной установлен каток, но пока он почему-то закрыт. Здесь мы видим лавочки для переодевания, но пока здесь все заколочено. Подойдем поближе, посмотрим, а есть ли там лед вообще. Лед здесь есть. Впереди мы видим надпись «С Новым годом». Правда, она, по-моему, прошлогодняя. На спортивной набережной мы видим фонтан, который в вечернее время светится разными огнями. Также установлена елка. И продолжается монтаж сцены. Здесь 31 числа будет проходить празднование Нового года. Есть горка ледяная.